6. Squish. А-а. Цицерон. Липшиц. Чпок. 6. Squish. А-а. Цицерон. Пил пиво и жевал. Нет, не жевал. Чпокал! И тогда я сказала: чпокнешь еще хоть раз свою жвачку. Но он не расслышал. И тогда я сняла со стены дробовик и сделала 2 предупредительных выстрела. Ну прямо ему в башку! Он сам нарвался, он сам нарвался, и в этом нашей нет вины. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Я встретилась с Гильянгой в Солт-Лейк-Сити 2 года назад. Он сказал мне, что он холост. У нас тут же завертелся роман, мы начали жить вместе. Он работал, приходил домой. Я готовила ему коктейль, подавала ужин, а потом я узнала, что он лгал мне. Говорил, я не женат. Он был не просто женат, о нет, у него было 6 жен. Он был из мормонов, кстати. Как-то он вернулся с работы, и я приготовила ему коктейль, как обычно. Оказывается, некоторые парни совсем не переносят мышьяк. Он сам нарвался, он сам нарвался, во всей красе цветок сорвал. И рассмеялся, и надругался, и как убийству не прибегать. Я стою на кухне, режу курицу на ужин, занимаюсь своими делами. Тут врывается мой муж Вилбург в припадке ревности. Ты спала с молочником, стал орать. Он словно спятил, орал как бешеный. Ты спала с молочником. И он напоролся на мой нож. Он напоролся на мой нож 10 раз, милая. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Манил Сапо, Эбомры, Чамуаба, Шишин, Берзик, это Бали, без матча хатахте и трошу. זה לא נכון, אני לא אשמה, אני חפה מפשע. אני לא יודעת למה דוד סם מאשים אותי. ניסיתי להסביר הכל למשטרה, אולם הם לא הבינו אותי. דנה, תאובילה איבא? נבינבת, נדיאלה. Моя сестра Вероника и я выступали в паре, а мой муж Чарли ездил с нами на гастроли. В последнем номере мы делали 20 акробатических трюков подряд. 1, 2, 3, 4, 5. Сальто, шпагаты, кульбиты, кувырки. Один за другим трюки. Как-то вечером после выступления мы сидели в номере отеля «Цицерон». Мы втроем выпивали, веселились. И у нас кончился лед, я пошла раздобыть еще. Я вернулась, открыла дверь, а там Вероника и Чарли исполняли свой 17-й трюк. Шпагат орла.
Боже, для меня это было как шок. Я полностью отключилась и ничего не помню. И только позже, когда я смывала кровь со своих рук, до меня дошло, что рядом трупы. Они нарвались, они нарвались. Я не хотела их убить. Но даже если я их убила, человек искусства, чувственный художник. Он все время пытался себя найти. Каждый вечер он уходил в поисках себя и попутно находил Руфи, Глэдис, Розмари, Ирвинг. Но мы расстались исключительно из-за художественных разногласий. Он видел для себя жизнь, а я видела его смерть. Виновен сам, 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 сам. Виновен сам, 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 сам. Они нарвались. Опоролся на мой нож. Не виновата, не делала. Шпагат орла трупы. Художественные разногласия.